Гости парка «Березовая роща» могли заметить огороженную территорию в районе теннисных кортов рядом с большими качелями. В настоящий момент здесь идут работы по строительству двух современных спортивных площадок – площадки для занятий воркаутом и скейт-парк. Скейт-парк – это набор конструкций для выполнения различных трюков, чтобы кататься на скейтах. Это все бетонная конструкция, не фанера, капитальное строительство. В данный момент ведутся работы по устройству основания данной конструкции. Выбран грунт, сейчас идет обратная засыпка песко-гравийной смесью, после чего она будет утрамбована, и на нее уже будет заливаться монолитная конструкция. После завершения скейт-парка здесь же будет оборудована воркаут-площадка. Воркаут-площадка из себя представляет набор турников, набор различных приспособлений для отжиманий, ну, то есть, чтобы пенсионеры могли заниматься, ребята, как бы, более физически развитые, брусья, лесенки, то есть, набор гимнастических снарядов. А это все закуплено, это все у подрядчика, все это присутствует. Две современные спортивные площадки в скором времени появятся и в Яхромском парке имени Лямина. Это будут скейт-парк и памп-трек. Памп-трек – это для велосипедистов, то есть там дорожка с различными как бы препятствиями. По словам руководства парков «Березовая роща» и «Лямина», сдача объектов состоится точно в срок. Проектные сроки по договорам – конец августа.